Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой пятидневки. После выходных возвращаемся на наши ежедневные спекуляции, и новая неделя несет нам достаточно интересный фундаментальный фон. Да, понимаю, и я думаю, что вы все прекрасно могли заметить то, что корреляция между реакцией активов и, соответственно, фундаментальными событиями в последнее время находится на минимальных уровнях. В игру вмешались вот эти спекулятивные войны, которые сейчас буквально развязываются всеми регуляторами. Но, тем не менее, мы прекрасно понимаем то, что ничто не вечно. Рано или поздно эта корреляция все-таки восстановится. И к этому моменту нам нужно понимать с точки зрения событий, новостей и тем фундаментальным потенциалом, который стоит за регионом, как это может реализоваться в динамике активов. Напоминаю, что сегодня состоится вебинар в 16:30 по московскому времени, где мы традиционно пробежимся по основным событиям прошлой недели, посмотрим на то, что у нас уготовано впереди на повестке этой пятидневки, пробежимся по этим событиям и замкнем этот вебинар ориентирами по наиболее ликвидным валютным парам. Поэтому, если у вас есть возможность, с огромным удовольствием буду вас сегодня наблюдать на этом вебинаре. Если по причине неподходящего времени, хотя апдейт я готов получить, может быть, перенести лучше это время, я готов пойти на это, собственно, максимально приспосабливаясь к вашему графику. Нужно просто сообщить об этом и, разумеется, в случае чего пересмотрим. Если не сможете посетить сегодня вебинар, не беда, поскольку уже завтра с утра будет доступна запись на нашем канале, соответственно, можно будет посмотреть его в записи, поскольку информация сохранит свою актуальность в течение всей недели. Ну а теперь давайте переходить к нашему традиционному обзору прошлой торговой сессии и, собственно, анонсу тех событий, которые впереди. Пятница, как и ожидалось, была насыщена на макроэкономические события, было очень много релизов из Европы, из США и важной статистики, которая позволяет нам снова настраиваться на потенциальную решительность как со стороны европейского регулятора, так и со стороны США. Но прежде чем перейти на традиционные валютные активы и пары, давайте начнем с нашего обычного актива, с которым мы стартуем каждый брифинг. Это динамики черного золота и Брента. В частности, клоз прошлой недели, в целом торговой сессии и все пятидневки 47.79. Сейчас Брент продолжает расти, 48.48, может быть, действительно сохраняя потенциал на то, чтобы подобраться к 50. Но говоря про основополагающие причины, нужно очень постараться, чтобы найти четкую, скажем, четкий фактор, базис для того, чтобы оправдать такое стремительное восстановление, которое мы видим. Локально эти факторы, может быть, и есть. В частности, на торговой сессии пятницы мы увидели, как ОПЕК пересмотрел, не знаю, с чем это было связано, прогнозы по спросу на нефть на 2000, до конца 2016 года, на 2017 год. В частности, ОПЕК прогнозирует, что объем добычи нефти США снизится на 470 тысяч баррелей до конца этого года. Что касается предложения, то избыток он остается, но он не такой серьезный, как был ранее. По версии ОПЕК, этот избыток составляет примерно 950 тысяч баррелей в сутки. Ну да, на самом деле это все равно очень много, но я считаю то, что где-то закралась ошибка. На самом деле переизбыток, на мой взгляд, куда больше. И я советую дождаться уже квартального обзора, более емкого, более взвешенного от ближневосточного картеля, который будет представлен в начале месяца. И посмотреть уже за тем, как дела обстоят по производству в отдельных регионах. И в целом посмотреть на ту цифру, которую мы будем наблюдать сверх квоты со стороны всего ОПЕК. И уже сравнить, опять же, с объемом добычи в США, в других регионах. И уже после того, как будем оперировать реальными цифрами, снова выйти на соотношение спроса и предложения и прикинуть, улучшилась ли ситуация, изменилась ли она, и есть ли основания нам сейчас отказываться от затяжных коротких сделок. Полагаю, что Brent уже нащупал дно и будет дальше восстанавливаться. Я считаю то, что пока нам спешить с этим не нужно, потому что переизбыток, даже с учетом вот этой цифры 950 тысяч, он по-прежнему актуален. Мы смотрим за
дальнейшими цифрами и понимаем то, что если рынок так бурно реагирует на позитивный фон со стороны США, ну, стоит только снова выйти статистики по отчету Baker Hughes по количеству нефтяных терминалов, стоит только какому-то банку, либо самим Соединенным Штатам Америки, либо Международному энергетическому агентству пересмотреть прогнозы по добыче нефти в США, как рынок почему-то считает, то, что спад из Соединенных Штатов Америки сможет решить всю проблему, связанные с переизбытком. И забывают о простой прописной истине. То, что на рынке есть ключевой все-таки регион, это ОПЕК, который ни в коем случае не нужно упускать из виду, и про него не нужно забывать, когда вы подходите к оценке перспектив черного золота. ОПЕК у нас через дополнительные объемы, напротив, рисует картину того, что этот переизбыток будет только усиливаться, потому что если мы сошлемся даже на один Иран, мы понимаем то, что в запасе возможно еще ход по увеличению выработки примерно на 1 миллион баррелей в сутки. И если это произойдет, то у нас автоматически идет рост переизбытка, который должен сказаться в динамике черного золота. Вернемся к отчету Baker Hughes. Снова 8-ю неделю подряд сокращение. 328 количеств платформ недели ранее, соответственно, на прошлой неделе 318, минус 10. Минимальные значения с октября 2009 года. Чтобы понять, насколько действительно динамично идет этот спад, за аналогичный период только 2015 года количество нефтяных платформ было, по-моему, 600 с небольшим, то есть в два раза больше, чем сейчас. И то, что сланцевые производители в США не тормозят с резким закрытием нефтяных платформ, сейчас, когда нефть восстанавливается, это также является сигналом того, что нет веры, что стоимость черного золота будет расти дальше. Поэтому присутствующие риски, что все-таки Brent и WTI вынужден еще будет отступить сейчас и не позволяет сланцевым производителям снова начать открывать прежние станции и запускать прежний бизнес. Наша задача сейчас на этой неделе следить за актуальной статистикой, в частности, запасы нефти в США, ну, как без этого отчета, завтра, и, соответственно, версия API, и в среду официальная статистика от Минэнерго. На прошлой неделе мы видели, как по версии Минэнерго сокращение запасов стало причиной практически 10% прироста актива в рамках двух торговых сессий. Ситуация может измениться, если мы увидим уже обратные цифры. То есть буквально два дня, давайте потерпим, подождем за цифрами. Если запасы снова вырастут, тогда это только добавит к нашему осознанию, восприятию того, что Brent, он еще не имеет достаточно оснований для того, чтобы двинуть выше $50 за баррель. Я разделяю пока позицию коррекции, даже несмотря на то, что актив так высоко забрался. Российская валюта, уровень 65 как будто бы замер, рубль пока не решается пойти ниже, может быть, ему не дают это сделать и спекулянты, но мы с вами придерживаемся прежних целей и ориентиров, и понимая, осознавая риски, которые могут быть характерны для рынка энергоресурсов, мы видим точно такие же риски для курса российской валюты. Поэтому 65, ну можем, конечно же, 64,5. Но видно то, что этот уровень уже очень сильный для того, чтобы рубль смог продавить американца ниже этой планки и, может быть, даже двинуть ниже 64 против американца. Нужно, чтобы стоимость Брента вплотную уже, в непосредственной близости оказалась рядом с полтинником, а может быть, даже двинула еще выше. Пока я таких горизонтов сейчас обозначать не хочу, поскольку верю, что вот-вот пойдет разворот, и надеюсь, то, что даже спекулятивная игра через маркетмейкеров, она должна быть завершена когда-то, и у них также есть свои сакральные значения. 50, на мой взгляд, это сейчас локальный среднесрочный максимум. Для того, чтобы Brent оказался выше, нужно это фундаментально оправдать. А пока таких оснований и предпосылок для этого нету. Поэтому по паре USD-RAP я жду 67, 68 и 70. И я думаю, что в случае коррекции цен на стоимость на черное золото, на этом рубль может даже не остановиться. Далее идем. Европейская валюта против доллара. Сейчас котировки
чуть выше 1.13, минимальные значения прошлой торговой сессии 1.1282. Когда-то мы стартовали с продажами с отметки 1.16, поскольку преследовали спекулятивную цель забраться с некоторыми игроками повыше уровня 1.16. Эту цель мы с вами, по сути, реализовали. И уже оценив объективные, бесповоротные, определяющие факторы для слабости евро, приняли решение, что этот актив вынужден будет слабеть. А долгосрочно мы уже пришли к этому выводу давно. Напоминаю, что наша ближайшая цель 1.10. То, что минимальное значение пятницы было ниже 1.13, это тоже очень многое значит. То, что евро может легко пробить вот эту поддержку 1.13, если будет доп-сигнал оказаться ниже. В пятницу было очень много статистики. Сначала вышли данные по ВВП Германии. Отчет, кстати, хороший. 0,7% квартальный прирост против прошлой оценки 0,3%. Однако данные по инфляции, которые были опубликованы практически в это же время, указали на тот риск, который мы с вами уже знали, что он характерен для этого региона. И данные по инфляции, в частности, месячный показатель минус 0,4%, годовой минус 0,1%. И годовой индикатор оказался на отрицательной территории впервые с января 2015 года. В частности, резкое сокращение индекса потребительских цен было связано со снижением цен на кофе, на чай, на какао, на товар личной гигиены. И даже рост цен на нефть не нейтрализовал это влияние. На самом деле здесь есть довольно очевидный сигнал, что если даже растущая нефть не способствует сейчас приросту индекса потребительских цен, что же тогда произойдет, когда нефть будет вынуждена снижаться, и тогда мы будем констатировать более глубокие ценовые значения по индексу потребительских цен, которые также скажутся на динамике этого показателя в рамках всей еврозоны. То есть негатив, который мы с вами видим сейчас в макроэкономическом фоне, это настоящая бомба, вы должны понимать. И как только трейдеры присоединятся к этой идее, ослабление главного валютного риска должно быть очень существенным, потому что бороться с крайне низкими значениями по инфляции можно только одним способом, через дополнительные меры экономического смягчения и стимулирования, то есть со стороны Европейского центрального банка. Поэтому и программа количественного смягчения может вполне вырасти, но с большей долей вероятности мы увидим еще один цикл снижения процентных ставок. К этому мы готовимся, мы знаем, что это может случиться, и, скорее всего, это и произойдет. Следующий отчет, на который нужно было обратить внимание, это ВВП уже всей еврозоны. И здесь, как и полагалось, на фоне слабых индексов деловой активности в производственном секторе, в сфере услуг, мы с вами поставили на ослабление, вопреки ожиданиям. И это было оправдано, потому что фактическая цифра 1.5, годовой прирост с прошлого 1.6, месячная 0.5 с прошлого 0.6. То есть спад очевиден на 0,1%. Ну и, конечно же, замкнула торговую сессию уже американская статистика, которая можно перейти прямо сейчас и, соответственно, коснуться пары доллара японская иена. В пятницу вышло два очень важных отчета для доллара и для потенциального решения представителей ФРС, чтобы отдать свои голоса в пользу повышения процентной ставки. Это розничные продажи, которые у нас характеризуют потребительскую активность, и индекс цен производителей, которые выступают одним из компонентов общего показателя по инфляции. Розничные продажи. Мы заранее настраивались на то, что цифра будет очень хорошая. Рынок ожидал, что этот индикатор вырастет на 0,8%, и способствовали тому резкий рост продаж автомобилей. За счет, также это та статистика, которая была опубликована, по-моему, недели две назад. И как раз спрос на товары длительного пользования говорил о том, что розничные продажи действительно могли бы подрасти. Потом, рост цен на топливо в целом приводит к тому, что как обязательная трата, она также должна была бы отразиться в общем показателе розницы. Но фактическая цифра, вопреки ожиданиям, в хорошем смысле оказалась выше 1,3% против прошлого спада минус 0,3%. И я думаю, что это может быть самый большой месячный прирост за последние полтора или два года. То есть несомненный позитив, который указывает на рост потребительской активности и в целом может стать причиной вместе с ростом заработных плат для
соответственно, более лучших показателей инфляции. И индекс цен производителей, в частности, 0,2% с спада на минус 0,1%. То есть индикатор снова вышел в плюс. И замкнул, собственно, пятницу по американской статистике мичиганский индекс 95,8 с прошлого 89. Максимум позитива, который вообще можно было получить на рынке по итогам пятницы и такого новостного фона, мы получили. Поэтому американец против иены локально показал очень высокие значения. 109.54. Были даже мысли, что наконец-таки пара сможет оказаться выше 110, но потом все-таки трейдеры стали фиксировать результаты длинных позиций за последние несколько дней. Это спровоцировало обратную тягу. И вот мы сейчас видим то, что USD-иена торгуется ниже 109. Но потенциал для роста еще сохраняется. Этот потенциал для роста может быть еще оправдан последними пятничными комментариями Курады, который является представителем Банка Японии, о том, что для достижения цели в 2% действительно японский регулятор может пойти на дополнительное снижение процентной ставки. И вот сегодня выдержка из азиатской прессы о том, что могут быть пересмотрены планы по повышению налога с продаж, то есть от него могут отказаться. И если это произойдет, то спрос на иену как на защитный актив в преддверии такой неопределенности, он может снизиться. Поэтому это еще один фактор того, что японская валюта может продолжить слабеть, а доллар будет расти. Но в конечном счете нам не получить достаточного ускорения для пары USD-иена до того, как мы не услышим ясную, четкую формулировку того, что американская экономика готова к дальнейшему повышению процентной ставки. Важным в связи с этим будет торговая сессия среды, поскольку у нас ожидают протоколы, и мы будем следить уже, точнее посмотрим, за позиции голосующих членов по поводу дальнейших планов по денежно-кредитной политике. Но я считаю то, что мы получили достаточно сигналов уже, чтобы настраиваться на рост американцев и не сворачивать уже ни при каких обстоятельствах. Единственное, что сейчас в игру может вмешаться технический анализ. Из индикаторов я не хочу обидеть чувства никого, из техники я отдаю предпочтение и вижу только хороший объективный сигнал по классике Билла Уильямса, когда формируется разворотная свеча с хорошей ангуляцией. Если вы посмотрите на дневках, сейчас именно такая свеча в пятницу была образована, она сигнализирует о том, что мы можем в ближайшее время увидеть коррекцию USD-иена снова к отметке 105. Но пока этот сценарий мы держим про запас. Если держится уровень 108, у нас есть основания полагать, что рост может продолжиться. Поэтому USD-иена ставим снова на движение в район 110. Из других валютных пар. Австралиец против доллара 0.7282. Сейчас австралиец снижается. Я надеюсь, что вы уже находитесь в короткой сделке, потому что совершенно очевидно, мы наблюдаем формирование нового тренда. Основание сигнала для этого – снижение процентной ставки, низкие показатели по инфляции, которые позволяют Резервному банку Австралии еще раз даже снизить процентную ставку, но это, наверное, не раньше следующего квартала. И самое важное, у нас очевидный спад по стоимости важнейших экспортных статей для Австралии. Это железная руда и медь. Цены резко снижаются, и это соответствующим образом сказывается на динамике австралийца. Новозеландская валюта, актуальные котировки 0.6771, мы полномерно приближаемся к отметке 0.65, потенциал для слабости новозеландца, как я уже отмечал, еще более существенный и значителен, и подстегивает эти ожидания то, что до конца этого года мы можем увидеть снижение процентной ставки примерно на 0.5% с 2.25 до 1.75, сейчас ставка 2.25, то есть как минимум 2, а снижение мы можем дождаться, и лучше к этому готовиться заранее, потому что потом может быть поздно. 0.65 – это ближайшая цель. USD-Swiss, как мы прогнозировали несколько месяцев назад, будет сохранять восстановительный тренд и снова окажется на паритетном значении как минимум. И вот сейчас 0.9762 приближается пара к важному сопротивлению 0.98, хотя я думаю, за силой доллара, скажем, цена не постоит, поэтому дальше мы пойдем еще выше. Если не присоединились к длинной сделке по паре USD-Swiss, у вас все еще есть время, чтобы сделать это, потому что на паритетном значении, уверен, мы также не остановимся.
На этом все из важных отчетов. Хотелось бы, конечно же, сегодня акцентировать ваше внимание на каком-нибудь интересном новостном фоне, но отчетов как таковых нет. День с точки зрения содержания экономического календаря обещает быть спокойным, хотя в последнее время периодически возникает волатильность, которую сначала очень трудно объяснить, но мы будем пытаться, если сегодня ее увидим. Продолжаю также цикл, связанный с бонусной акцией, которая идет от меня, это бонус на пополнение. В случае, если вы запомните то кодовое слово, которое я анонсирую в ходе каждого брифинга. Сегодня бонус на пополнение составляет 12%, а что касается кодового слова, то это бобслей. Для того, чтобы получить бонус, нужно связаться с вашим персональным менеджером, сказать, что вы знаете его, произнести и поменять его на бонус. Надеюсь, этим предложением вы воспользуетесь. Спасибо большое за внимание. Еще раз, с началом новой торговой пятидневки, не забывайте, что в 16:30 состоится вебинар. Обсудим еще раз важнейшие события на нем. Хорошей вам торговой сессии и всей недели. Всего доброго. До свидания.